О, Жора! Я тебя тоже люблю, дочка. А это что за? Смотри, какая штука. Ау. Half-Life 2. Эпизод 2. Отсюда. О! О, черт! Ау. Черт, заклинило. А, ничего не помню, что до этого было. Гордон? Алиса? А, Гордон? Гордон, слава богу, ты жив. Погоди, я помогу тебе выбраться. Такое ощущение, что меня не Гордон звали, но я ничего не помню. Надеюсь, наверное, Гордон. Сломана. По-моему, на Ж меня звали. Жора. Отойди. Не помню. Давай. Жму. Надо убираться отсюда. Ого, я и забыла, какая у нее отдача. Ха. Держи гравипушку. У тебя лучше получается с ней общаться. Да, ничего. Когда не я помню. Решила, что потеряла тебя. Знаю, знаю. Ты всегда сумеешь выкарабкаться. Ладно, надо двигаться дальше. Уверена, комбайны не оставят нас в покое. Буквально пару минут назад я слышала голоса вартигонтов. Может, они все еще поблизости? Нам предстоит долгая дорога. Да. Помощь бы очень пригодилась. О, что ж, пошли. В поисках анальгина, блин. Ого. Белую рощу. Красиво. Боже мой, цитадель. Что там происходит? А-а-а. Что это? Где? За камушек прячься. Минуту назад мы с тобой там стояли. Ты цел? Будто в первые дни войны. Надо идти. Надеюсь, они не повторятся. То еще что-нибудь на голову упадет. Я думаю, а где она? Алиса-то. Блин, я так привык называть ее Алисой. Не удивлюсь, если тут были повстанцы. Да, и я не удивлюсь. Угу, там тупичок нам. Куда-то сюда.
опасно. Зомбятина. Да, я помогу. Наверное. Бутылку, на. Отлично. Тарабах. Ау. Такой из ямки смотрит на камень. Кто там? Да вроде никого. Я думал, тут может какой-нибудь маленький пистолетик будет, положили там. Оде. Вот. Внимание, состояние критическое. Черт. Вот это шарабанило мне по ушам. Хорошо, спасибо. А тут аптечки есть? С папой. Дверь надо закрыть. Папа с доктором Кляйнером находятся на старой ракетной базе к северу отсюда. Надеюсь, они все еще используют эту часть. Они хотят запустить. Ага, получилось. Так красивей. Что такое? Черт. Ну что еще? Если бы я... Что? Посмотрим, удастся ли мне его починить. Давай посмотрим. И бардак. Придется повозиться. А у меня не получается залезть. Если у тебя возникнут какие-то идеи, не стесняйся проверять. У вас что-то выпало, мадам. Не пойму, что я сделала, но это помогло. Молодец. Ну, попробуем. Белая роща. Белая роща, это Алекс Венс. Вы меня Алло. Слышите? Белая роща, ответьте. Алло. Белая роща, вы меня Алло. Слышите? Алекс, господи, неужели это ты? Да, Гордон рядом со мной. Нам удалось выбраться из Сити-17. Алекс, слава богу. Это просто невероятно. Не волнуйся, папа. С нами все в порядке. А вот с цитаделью творится что-то очень странное. Да, мы тоже наблюдаем за ней. Кто-то контролирует процесс распада и собирает энергию в портальный луч. Это комбайны. Комбайн. Они пытаются открыть новые врата. Именно так. Вы наблюдаете перед собой зарождение сверхпортала. Если он наберет полную силу... Но повторится семичасовая война. Только на этот раз нам не продержаться и 7 минут. О, господи. Гордон? М? Так вот для чего они отправляли эти данные. Чтобы... Данных? Из цитадели? Мы были в зале управления. Они скармливали огромные пакеты данных программе уничтожения ядра. Магнусон слышал? Даю голову на отсечение. Это был код портала. Слышал, неплохой. Я скачала весь пакет. С тех пор за нами погоня. Пакет. Еще бы. Понимаешь, Клайнер, это краеугольный камень всех их планов. Прекрасно понимаю. Когда это? Для уничтожения должен был быть заложен код сеанса связи с внешним миром. Так вот, юная дама, к вам в руки попал код связи с главной инопланетной базой комбайнов. Если я не ошибаюсь, а ошибаться мне нет причин, то это тот самый код, который пытался получить доктор Мосман. Сколько вы будете сюда добираться? Мы лишились всех вещей, но скорее... Нельзя терять ни минуты! Мы ускорим подготовку к запуску. Как только вы появитесь у нас, мы закодируем спутник и отправим его на орбиту. Торопитесь, ребята! Ради бога, будьте осторожны. Папа, связь прерывается. Ответь, папа, ты меня слышишь? Папа! Что такое? Нет. Установлена отдаленная за нами по-прежнему погоня. Приказ. Надо от них оторваться. Ребятишки приехали и уехали. Прекращение жизнедеятельности. Пойдем разберемся. Сюда. Нам нужно как быстрее туда добраться, до Белой Рощи, да? Ой, только не ты. Прибью камнем на повошке. Отлично. И
бежать. Эти здания не выглядят полностью заброшенными. Да камушек. Думаю, во, стоит. Я поломаю доски. Окей? Да, давай. Камушек шипся. Удачно! Это сработало! Конечно. На тебя всегда можно положиться. А, там надо... Отсюда. Он хотел запустить спутник, чтобы внедриться в старую систему связи черной мессы. Опа! Что это было? Вот это... штука. С этой штукой я, наверное, не разберусь с ним. Подожди. Меня сушит. Так, нам надо, наверное, куда-то сюда. Да, я застрял. Сейчас придумаем. Сейчас все будет. Будь осторожнее. Я жду здесь. Опять. Эта штука бегает. О, блин. Так я его вижу, блин. Боже мой! Помоги мне, Гордон. Фига себе на дерево. Джум, Джола, Гулалаба. Алекс Венс, что за беда стряслась? А, Фримен, ты невредим. Это доставляет мне радость. Но Алекс Венс попала в беду. Чего ты? Моих сил не хватит, чтобы ее исцелить. Я призову на помощь соплеменников. Мои соплеменники встретят нас в подземном убежище. Надо скорее отнести ее туда. Я буду поддерживать в ней жизнь, если Фримен возьмется прокладывать нам дорогу. Окей. Как скажешь. Поторопимся, Фримен. Давай поторопимся. Нас ожидает помощь. Можешь ее в тележку посадить. Время на исходе. Ее состояние ухудшается. Я тебя понимаю. В смысле береги? Я что, выбраться уже не могу? Чёрт, куда? Фримен, если можешь, прибавь врыть. Я несу её к моим соплеменникам другой дорогой. Блин, надо было сразу там идти.
по другой дороге. Так. Куда же нам идти-то? А тут ничего нам не мешает. Сами крутим, сами поднимаемся. Прикольно. Так, нам туда, наверное, да? Прыгай! Да, блин, не успел. Да что такое? Что-то не дается мне эта штука. Во. О, пистолет, пистолет. Да уйди ты, долбаная лавка. Ой. Отлично. Но для пистолета нам рано. А. Ух ты, я патроны взял. Лавкой прибью. Так, а тут никакого прохода, только этот проход. Хорошо. Нифига себе. Сюрпризы. Ой-ой, что-то все дрожит. Ой, блин. Где? А, я думал, это хэдкраб, а это... Ого, там дыра. Да, блин, все падает. Ах ты, тварь, уйди от меня. Фу, сдохла. Так, а куда нам дальше-то? Сломал эту личинку. Они мне восстанавливают здоровье. Неплохо. Это неплохо. Сейчас я. 5 секунд. Вот так вот. Я слышу... Ого, я хотел сказать посторонние звуки, это... А это вообще постороннее звучище. Тихо. Мяу-мяу-мяу. Это что за яйца? О. А, все, готов. Я хотел его ящиком прибить. Опасно здесь. Не задело. Нифига себе.
Так, нам, наверное, туда? Тяжелая. Сломаю? Нифига. Сзади меня. Нет? Нет, сзади меня нет никого. Подожди. Что за звуки такие? Это эти мелкие личинки делают, что ли? О, вот это вообще тема. Да что ж тут все накладено, всякой фигни. Не пройти. Да, блин. Вот это звуки оттуда. Да блин, они летают. Да что ж я тут застрял-то? Чего ты танцуешь? Башка туда, вверх, вниз, вверх, вниз. Так вот это нам перескочить. Вау. Вау, прям в воздухе это было зрелищно. О, это был тайник. Так, подожди, мы пришли. Мы пришли оттуда, нам куда-то. Так. Вон они. Кушают кого-то. Блин. Они, их тут даже два вида. Один плюется, другой сморкается. А. Им стоит в воду упасть, и они все беспомощны. Слабаки. Вода на... Мой союзник здесь вода. Ого, такой гул из пещеры раздается. Вылез и смотрит на меня. У меня просто все время ощущение здесь, что кто-то со спины нападет. А чё ты не убиваешься? Наконец-то. А, это или это другой? Чёрт. Внимание. Они меня УВИ заразили. Что-то было, висело. Кольцо Ворта. Кольцо Ворта. Чтоб его. Ох, на таких страшных звуках я, наверное, завершу серию.
что ж, это был диджей Виджиланд. Продолжим в следующей серии. Упадем туда.